Меня зовут Оля, мне 13 лет. Я рисую, читаю, разукрашиваю. Иногда бываю, пою. Стихи сочиняю. Просто там о всяком, о что могу. О природе, о животных. Природа нравится. Животные, листья и сама природа, и как она создана. Да, я бы ходила бы, ухаживала, учила бы, тренировала бы его командам всяким. Да, такса, бульдог и вот все. А еще я овчарка, потому что очень сильно нравится. Есть. Узнать хорошо о природе и о животных, особенно про некоторых животных, которые на льду. Вот такая вот есть птица. Она как страус. Я бы хотела бы стать учителем, потому что мне нравится, как учить детей там по литературе, по технологии и по окружающему миру. Там, когда читаешь, иногда бывает, что прям как будто ты вот в этой книге и такой, как будто это все живое перед тобой, перед твоими глазами, как будто ты в этой книге. Я сейчас вот читаю Дарел Джаред, там про всяких животных, про природу, вот я и читаю сейчас. Умею готовить картошку жареную, ну, с рыбой, камбалой, салаты всякие, и суп, и пельмени, и омлеты всякие, бутерброды. Я бы хотела бы жить в семье, в которой бы есть мама, папа, братик, сестра. Мы бы с ними бы хотели бы в зоопарк, там, в цирк, в театр. Весело бы разговаривали бы и общались бы.